Макароны, рис, гречка, тушенка, молоко и многие другие продукты питания первой необходимости начали раздавать школьникам, учащимся с 5 по 8 и 10 классов за все дистанционные дни обучения в январе и феврале 2022 года. Сегодня в нашей школе происходит выдача продуктовых наборов для детей льготных категорий. Сюда входят у нас малоимущие семьи, сюда входят у нас дети опека и дети-инвалиды. Все согласно предоставленных документов, подтвержденных из различных органов. Всего в нашей школе сегодня сформировано 95 наборов. Всего сформировали три вида продуктовых наборов. За 5 дней стоимость пайка составила 425 рублей, за 8 дней – 680 и за 13 дней – 1105 рублей. Все продукты закуплены за счет местного и республиканского бюджета. Для учащихся начальных классов, к сожалению, не выдаются продуктовые наборы. Средства на питание начальных классов у нас федеральные. В правовом документе в этом не предусмотрена замена горячего питания на продуктовые наборы. Не получают также продуктовые наборы у нас учащиеся льготных категорий 9 и 11 классов, потому что решением штаба не предусмотрено у них дистанционное обучение, и, соответственно, они не попали под норму выдачи продуктов. Всего до конца февраля будет выдано больше 6000 таких продуктовых наборов. Эдуард Жамсаранов, Бату Гармын, специально для программы «Вместе», телеканал «Мир Байкал».